Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. Продолжаем играть в игру Черепашки Ниндзя Легенды. Ну что, забираем награды наши ежедневные и быстренько пробежимся по заданиям. Так, вперед, и с песней открываем с тобой колоду. Так, у нас выпадает паукус. Это первая новость. Так, вторая, что у нас там? Сразиться, да, пройти серию испытаний. Давай быстренько пробежимся. Начнем вот с этих черепашек. Так, Армагошу возьму, Лео, Ванюшу и, наверное, Шреддера вместе с Усаги. Кстати, надо нам с тобой залечить Армагона. Почему у него столько здоровья? Не пойму. Кто его в свое время уже успел бомбануть? Вопрос. Так, Лео заблокировали, теперь он не встанет в стоечку. Шреддер, добей его, пожалуйста. Упс, да-да-да, у него же отложенная смерть, точнее защита. Бух. Я хотел хильнуть Армагушу, а он взял всех и уложил. Ну что же, тем лучше для нас. Быстрее мы с тобой заканчиваем это испытание и забираем с тобой награду. Ну что, а теперь переходим на нашего Макмана. Мало того, что мы ему сейчас уровень прокачаем 60-й, да? И не только 60-й, 61-й и даже 62-й. Так, плюс мы ему еще прокачаем, наверное, мусорный вихрь. Для этого нам нужно 8 ножей для пиццы найти. Раз. Два. Раз, два. Ну что такое-то? Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. И последний, давай. 8. Так, 8 ножей для пиц. И останется еще 7 кружек. Это мы уже в следующей серии сделаем. Обязательно. Ну и забираем с тобой все награды. Ага, хорошо. Так, что у нас там по энергии? Не, зачем нам энергия? Нам нужны предметы. Так, 465 жетонов. Ну, еще чуть-чуть, и мы с тобой прокачаем дальше нашего бибопчика. Даже не прокачаем, а просто получим 3 ДНК. Так, на поединке мы с тобой зайдем сюда, на испытания. И, как всегда, начнем поиски нашего Кренга. Поехали. Мимо. Мимо. Не то. Вообще не то. Ай-яй-яй, ребят. Что ты делаешь со мной, игра? Да, ребят. Не повезло в очередной раз нам. Грустно, конечно. Кстати, у нас с тобой есть вилл, да? События на жетоны. Давай-ка быстренько, наверное, пробежимся. И как раз по прохождению мы с тобой сможем... Так, я, наверное, возьму все-таки его. Или... Давай так. И по прохождению вот этого события мы с тобой как раз сможем уже взять 3 ДНК на нашего бибопчика. Я думаю, что он будет очень доволен. Ну, а здесь ребята сами, естественно, пока начнут. Да, в принципе, начнут, они также и закончат сами. Может быть, последний поединок, возможно, придется немножко им помочь. Но мне кажется, это даже не обязательно. Так, ну что, поехали. 40 уровень они тоже разбомбят без каких-либо проблем. Да-да, Змейковин, тебя касается. Промахнулся, ну это и понятно. Раз. Два. А поединка всего, по-моему, будет 4 штуки. 4 поединка, это был у нас второй. Так, 60 уже. Да, ребят, третий эпизод. Ну и там потом последний уже будет четвертый. Уж не знаю. Да, в принципе, должны пройти. Что тут, ребят? Ничего сложного нет. Так. Постепеночку повесили. Плюс гранату бросает Ванька. Ничего себе, он гранатой его там наказал. Нормально. И последний эпизод. Заключительный, да? Получается у нас. Блин, как же так, а? Не дали нам Кренга, а? Меня прям аж внутри все коробит. Я думал, хотя бы 2 ДНК дадут. Это уже будет 3 всего лишь. Останется 3 ДНК нам найти, и, ребята, Крэнг будет у нас в кармане.
Ну, я имею в виду в кармане по прокачке. Смотри, что творит, а. Ванька, ты молодец, конечно, но на нем постепенно, в принципе, висит. Тихо, змейковину не трогай. Все, без потерь мы с тобой прошли. Кстати, когда Джастин крутится в конце победной войны, вот это кружение, да? Ты видел, как у него глаза там вылетают? Не видел? Ты обрати внимание. Ну что же, вот и прекрасно. Идем с тобой уже в предметы, опять же, в очередной раз. И покупаем за 533 ДНК на нашего Бибоп кролик. Вот так его увеличать. Как раз к Пасхе мы, наверное, его и прокачаем. Ну что, друзья, а мы с вами отправляемся на турнирную арену. Мы с тобой в Лиге Мастеров, 47-й ранг. И, соответственно, я не собираюсь здесь сдаваться и уступать кому-то место свое. Попробуем пройти сегодня до топчика. В принципе, все шансы у нас есть. 65-й, ну тут понятно, уже, ребята, не до шуточек-прибауточек. Тут уже придется брать серьезных ребят. Не знаю, может быть, Шреддер, скорее всего, здесь один справится. 66-й, 67-й уровень. Да, он должен, по идее. Но если, не дай бог, он их не добьет, то головы нам на плечах не сносить. Ну давай, Шреддер, вся надежда на тебя. В принципе, отлично, ребят. Все, эти уже не жильцы. Опять же, благодаря постепенному урону. Я сотую серию говорю и все никак не могу нахвалить этот постепенный урон. Но он на самом деле хорош. Так, ну что, 28-я позиция. 28-я позиция, сейчас мы с тобой... Дадут они нам 16-23? Вряд ли. Сейчас мы с тобой возьмем также Армагона. Армагон, 67-й, 69-й уровень. В принципе, ребят, есть шанс, что он может их сразу всех наказать. Возможно, Донателло еще выживет. Но... А, тут Донателло нету. Это я своего, наверное, попутал. Вот, ну смотрим. Опа. Нет, 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 нет. Фью. Повезло-то нам как крупно, друзья. Очень повезло. Комочком мимо. Ну, понятное дело, уровень-то маленький здесь. Ай, молодца, Рокстеди. Ай, молодца. Заслуженно, заслуженно он станцевал. Молодец, он забомбил. Блин, ну слэш своей суператакой. Я думал, сейчас точно кого-нибудь у меня уронит. Но все молодцы, все выдержали. Красавчики. Так, ну что, а мы с тобой двигаемся дальше. И у нас 17-23 появляется. Здесь возьму, наверное, я Лео плюс Донни. Такая вот замечательная команда из двух братков. И с ними пойдет Бибоп. Наш этот пернатый и шимпанзе, да? Доктор Роквелл. Ну что, Лео, естественно, начнет с вертушки. Донни, я так думаю, будет, наверное, уже на добивке стоять, если, конечно, она понадобится. А она понадобится, поэтому добивает он всех. Все, два брата-акробата справились с нашим противником вообще в легкую. Даже не напрягаясь. Тем лучше, мы с тобой сейчас, наверное, уже перейдем, скорее всего, на следующий... Не, вряд ли еще. Да, вряд ли. Но около того, чтобы мы перейти на двухзвездочный мастер. Так, берем Бакстера здесь. Возьму я, наверное, здесь Ванюшу. Бакстер, Ванюша и... Вот что-то мне подсказывает, когда я беру в нашу команду славу бойцов, почему-то мне кажется, что инициатива у моих сильных бойцов падает. Я не знаю, почему у меня такая вот мания преследования идет. Ну, что-то вот кажется, что они очень сильные. Вот, смотри. Вот смотри, это вот... Да какого фикуса-то? Они хотят сказать, что 76-го Мундагека, блин, сильнее, чем быстрее по инициативе, чем мои все остальные? Да ну. Да быть такого не может. Блин, ну, кроликов потеряли. Вообще, просто ни за что. Просто ни за что, ребята. Потому что у них сходил первый Мундагека. С какого перепуга он вообще пошел? Никогда у него не было хорошей инициативы. Никогда не было у него такой инициативы. С какого фига? Прям взбесил. Подхалим несчастный. Лезет, куда его не просят. Как он меня раз... Я не могу, ребят. Прям аж вскипело у меня.
Как я его брал в свою команду. Все, там, еле-еле, когда он там что-то сходит. А тут, видите, на 70-м уровне перепрыгнул сотников, да? И начал выеживаться. Трындец, еще подходи мне, чтобы кого-нибудь другого бить. Нет, вот надо ему обязательно бить того, кого мало здоровья. Щегол, а? Взбесил прям, не могу. Эти тоже хороши. Кто там у нас? Погибнут, я надеюсь. Нет. Ну все, сейчас еще кого-то уронят. Так, давай-ка мы с тобой, наверное, вот такую вот штуку под хилочку сделаем. Хильнулись, отлично. Крэнк, давай. Пич. Ты серьезно сейчас? Да что ты чудишь, что ты творишь-то, а? Ну-ка, рубани. А этого Шреддера уничтожьте тоже. Все. Ну тут хоть, слава богу, никого не потеряли. А то бы сейчас вообще бы и зашелся бы на говно. Ладно, двигаемся дальше. Так, с 92-й позиции мы переходим с тобой на 77-ю. Так, 17-23. Продолжаем наши баталии. Я, наверное, возьму все-таки Супер Шреддера вместе с... Нет. Блин, а кого, кого взять? Вот такую команду, что ли? Ну, это я не знаю. Я понимаю, что они не упадут. Это все, конечно, понятно, но... Какой профит-то нам от этого? Да вообще никакого. Только победа. Победа, да, победа будет за нами. Потому что на них постепенно, плюс Карайка тут еще постаралась. Тут и Рокзар ходит. Тут и Рафаэль. И Донни. Естественно, он погиб от постепенного урона. Никакого, ребята, здесь эстетического наслаждения я не получил, потому что, ну, эта команда могла бы и так выиграть. Ладно, все равно нам отыгрывать надо. Чего бы ты тут ни говорил, ни делал, а отыгрывать придется. Берем Майки, Джастин, Железноголовый, так и вот так. Ну, тут понятно. Майки сейчас начнет вешать уклоняшку на всех. Поехали. Так, уклоняшку повесили. Теперь сделаем с тобой вот так вот. И не попал. Морозилка, значит, решила все-таки ускорить, да, вражескую команду. Ну-ка, Сплинтер, ты-то что повесишь нам? Ну, мы хорошо тут пробафаны, так что, ребят, я не знаю. Сейчас будем их тут косить налево и направо. А-а-а, защиту поставил. Нате вам. Понижение защиты сразу же. Плюс ракеты. Плюс вот так вот. На тебе. И еще добивка. Шикарно, да? Два раза Майк сходил и добил двоих. Ну, а что там не добить, там у них здоровье было на расплюнуть. Ну что же, 62-я позиция, мы переходим на почти полтишок, 47-я позиция. И усиленно прожимаем нашего противника. Так, берем Шреддера, берем Лео, ну а с этими ребятами уже пойдут наши прохиндеи, наши салабончики. Они даже не будут участвовать в этом поединке, потому что все за них будут делать Шреддер и Лео. Надо будет, наверное, взять на Мармагошу. Один еще и упал к тому же. Давай, Лео, коси их. Все. Без проблем. Топовое место займем, уже будет хорошо, ребят. Уже можно будет, так сказать, на расслабоне чилить. Так, 31 место. Ну, давай возьмем, наверное, вот это вот. Армагоша и Лео. 78 уровень. Это, кстати, максимальный левел у нашего противника. 78. А, 79. Выше, по-моему, нету. Почему-то даже 80 здесь нет. 79 это, по-моему, предел. Так, Карайка делает плевок. Ты посмотри, а. И Карайка, и Майки, да? У них инициатива все-таки. После только ходит наш Армагон. И
Лео добивает. Да, даже уклонение там не помогло. Ну, прекрасно, все идеально. Ну, Армагеддон, видишь, тоже кажется, что такой вот вроде бы как здоровый, да, герой. А по инициативе уступает. Так что вот надо быть предельно аккуратным. Шредер, Шредер вообще никому не уступает. Он сразу бомбит. Самый первый. Кому он там уступит? Он, по-моему, только Зеку может, да, уступить. И Майке, Микеланджело. И все, да и то не всем. Не всем, я имею в виду Микеланджело, и не всем этим. Все, вообще идеально. Смотри, постепенка вообще на всех висит. Ну, она, в принципе, здесь не нужна. Лео не даст шанса здесь кому-то выжить. Он обязательно добьет. А так, представляешь, они бы все бы начали выходить бы и тюм! В одну секунду все бы упали. Так, ну что, друзья, поздравляю нас с Лигой Мастеров 3 звезды. Это еще не конец. Мы продолжаем поединки. Так, берем Лео. Берем Шредера. Так, а у нас бойцы-то заканчиваются. Ага. Ну, я надеюсь, что нам хватит все-таки перейти с тобой сегодня в топовое место. На первый-первый самый ранг. Так, давай. Вот здесь немножко схандрил тем, что Бибоп не получил постепенного урона. Я, конечно, знал, что Лео добьет, но вот будь немножко другая ситуация без Леонардо, то, возможно, все пошло не так бы гладко, как хотелось бы. Так, с 98-го места мы переходим на 80-е. Так, 24-е, 24-е и 24-е. Ну, наверное, также возьмем с тобой Супер Шредера и Лео. Чего? Ну да, Лео. Хотя, ты знаешь, бойцов. Бойцов еще целая куча у нас здесь. Так что все будет хорошо. Пройдем мы с тобой. Сегодня будет точно первое место. Тем более мы с тобой пошли по самому простому пути. Да, не стали мы с тобой там заморачиваться. На равных, не на равных. Мы берем с тобой превосходство, поэтому все у нас прекрасно. Так и должно быть. Так, с 80-го места мы перепрыгиваем на 63-е. То есть на следующий поединок мы уже перейдем на полтинник, скорее всего. На 50-е место. Так, Ванюшка, может тебя взять, не? Армагушу возьму. Раз, два, три. Армагуша. А по инициативе у нас между Усаги и Супер Шредером, по-моему, Усаги ходит первым, да? У него все-таки самое, наверное, высшее. Он, по-моему, если не ошибаюсь, даже переплевывает Майки. Но Зек переплевывает, по-моему, всех. Я еще не видел, чтобы кто-то ходил быстрее Зека. Если вот ты его берешь в команду, да? Чтобы кто-то быстрее его, даже из наших вот эти вот самые топовые и быстрые бойцы, не переплевывает Зека. 46-я позиция. Ну да, все как я и говорил, ребят. Все у нас получается великолепно. То есть, опять же, берем Супер Шредера. Возьму я, наверное, Усаги здесь. Раз, два, три. И трех слабеньких бойцов. Так, поехали. Все-таки Усаги по инициативе переплевывает Супер Шредера. Да, друзья мои. Еще и уронил эту морозилку. Ну, морозилка, саппорты, эти хилы, они всегда, ребят, ватные были, поэтому не удивляемся. Они, естественно, падают. Любой супермощный удар по ним, и они все, распластались. Это и к морозилке относится, это и Кирби такой же ватник. Есть только универсалы. Универсалы-хиллеры, это как, например, Супер Шредер, да? Кто у нас еще? Лео, универсальный хиллер, потому что он может хинуть. Ну, Майки, я бы не сказал, что он боец офигенный, но хилит он круто. А вот скажи, зачем я сейчас так вот сделал? Опять отвлекся, зачем я взял одного Шредера и... Сейчас полетят бошки, ребята. Вот это я заговорился и выбрал, не взял помощь, хотя ничего не будет.
Донни выжил. Ну-ка. Тресь. Но он все равно не жилец. Постепенно на нем висит все. Вот это да, вот это я, ребята, рискнул командой сейчас на самом деле. Очень сильно. Я не ожидал, что вот у Супер Шреддера так получится. Друзья мои, еще, по-моему, поединочек. И все, и мы с вами на первом замечательном месте. Да, и это будет круто. Нам остается только потом проходить события, да, которые у нас будут, ну, еще не скоро, но они будут. Но не забывай, что этот Horizon Forbidden West выходит завтра. Завтра же, по-моему, да, выходит. Так что мы будем начинать приступать к прохождению его. Опять же, ребята, я больше уверен, что опять ролики его YouTube будет там целую их там 2-3 дня этот проверять, или как там, я не знаю. Как с Дейлайном. Прошел его там за 4 дня, а выкладывал его целую неделю, даже больше, чем неделя там. Потому что он все обрабатывает видео в HD качество. Трындец. Ну что, ребята, вот в принципе у нас и все сегодня. Мы с тобой что хотели, все сделали, все у нас получилось. 2 дня мы ждем с тобой до открытия усиления технодрома, где будем, естественно, фармить Шреддера. Там, кстати, не только Шреддер, там, по-моему, также и Бибоп, и Рокстеди. Все эти бойцы у нас будут. Ну, а на этом я закругляюсь. Всем удачи и до новых скорых видосиков.